Объединенная Европа изучает возможности криптоиндустрии. Комиссар ЕС по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис заявил, что планирует провести круглый стол, посвященный влиянию технологии блокчейн и криптовалют на деятельность центральных банков стран ЕС. Участниками встречи станут представители органов власти и предприниматели. Круглый стол будет посвящен основным аспектам развития крипторынка – финансовой стабильности, защите инвесторов, правилам борьбы с отмыванием денег и идентификации клиентов. Мы не должны ошибиться. Мы хотим, чтобы Европа осмотрительно использовала возможности технологии блокчейн, сказал Домбровскис.